We've been going through the nine points concerning how to uh, develop an equal attitude uh, toward ourselves uh, throughout our lives, an attitude of kindness to ourselves. Uh, we пунктов или 9 шагов по развитию беспристрастного отношения к себе в разные периоды своей жизни. Здесь мы говорим о беспристрастном и добром отношении к себе. Through, uh, points, мы, do, а мы прошли шесть из девяти пунктов и у нас остались еще три. So the next one is uh, the seventh. Is uh, if I were truly horrible or truly special and wonderful. Если бы я на самом деле был ужасным человеком или наоборот прекрасным человеком или был бы никем, то тогда и учителя, великие реализованные мастера Будды видели бы меня точно таким же, но это не так. Well, that's a difficult one if uh, we haven't met uh, any Buddhas, which probably we haven't.

Spiritual masters, His Holiness the Dalai Lama, His teachers and uh, so on. Uh, мне вот, например, выпала честь uh, быть знакомым с uh, такими великими учителями, с его сейшеством Далай ламой и другими. And I can tell you from my experience that uh, uh, nobody is special for them. Yeah. Is the same. И я могу из своего опыта сказать, что для них действительно никто uh, не особенный, все кажутся ими им одинаковыми. they are uh, equally open to uh uh everyone. То есть они в равной степени открыты каждому. Uh, I always think of the example of uh my own main teacher, Sir Kunrinpoche. И я часто вспоминаю пример моего главного учителя, Сэр Кунгринпоче. Uh I was uh, with him as interpreter for 9 years, went uh, around the world with him. Uh я работал с ним 9 лет его переводчиком и я путешествовал по разным странам мира. And uh, was with him when uh, we met uh, the previous Pope, uh, when we would uh, meet drunkards on the street. he was the same toward both. И, whether the Pope or a drunkard. Uh, как, пока я все время был с ним я обратил внимание, что он относится к другим людям одинаково будь то папа Римский, с которым мы вместе были на встрече или uh, какой-нибудь пьяный человек на улице. Or the Dalai Lama with uh, presidents of various countries or... или когда Далай Лама встречается с президентами различных стран или с обычными людьми на улице он относится к ним в равной степени с uh, открытостью с добрым uh, сердцем и uh, не так что он выделяет кого-то. Yeah, you know, it doesn't mean being cold and you know with no feeling.

Uh, Buddhist centers uh, around the world, and there would usually be a Tibetan teacher there. And Rinpoche didn't seem to have anybody who was his best friend, no matter who he was with. He was acting toward them, you know, toward these uh, Tibetan Lama, uh, teachers as if they were his best friend. It was really quite extraordinary. Same with all of them. И мы путешествовали по разным буддистским центрам в множестве стран мира с Марин Паче. и uh, у него было множество uh, друзей uh, тибетских учителей, лам, которые в этих центрах работали, и uh, я заметил, что у него нет какого-то одного близкого друга среди них, он относится к ним ко всем одинаково, так как будто каждый из них и есть его близкий друг. So, if we ourselves were truly horrible, or truly... Special and wonderful, or truly a nobody, they wouldn't regard. You know, everybody should uh, feel like that, and they don't. Yeah. I mean, the Buddhists, the the great teachers, would see us as that, and they don't. I'm confusing this and the next point. Is the great teachers wouldn't see us like that? They would see us like that if we truly were like that, and they don't. И э, здесь в этом пункте мы думаем о том, что если бы мы действительно были э, какими-то особенными или наоборот были бы ужасными людьми, то и э, учителя и будды э, они видели бы нас такими же, но это не так. они видят нас иначе.

но и все остальные существа точно так же. Например, мы можем здесь исследовать. Uh, иногда мы думаем так. Вот uh, он меня или она меня не знает. Если бы он действительно узнал бы меня, то тогда бы понял, какой я на самом деле ужасный человек. Но вот настоящего меня они не знают. But uh, then again, uh, this is identifying with the false me. You know, it, just choosing, you know, the negative things and exaggerating them and forgetting about everything else concerning ourselves. Но опять uh, это будет uh, ложное я. Мы выбираем какой-то uh, один момент uh, нашей uh, жизни, что-то плохое и отождествляемся полностью с ним, забывая про все остальные. Как я уже несколько раз отмечал, у каждого человека есть сильные стороны и слабые, и у кого-то, да, может быть, их больше, у кого-то меньше, но у всех они есть, поэтому ничего особенного в нас нет. Mm. The next point, number eight, if I tr were truly an awful person, or truly a wonderful person, or truly a nobody who doesn't count, I would always have to be like that. И uh, восьмой пункт, он звучит так, если бы я действительно был чудесным человеком или ужасным, или если бы я был никем, uh, то я всегда был бы таким, но это не так. That could never change, and our about ourselves could never change. Uh, у нас никогда бы отношение к себе не могло измениться. But that's not the case. do, change, and our about do change, if we look over our lives.

Например, можем вспомнить, когда мы в плохом настроении у нас одно отношение к себе, когда мы в хорошем настроении уже другое, то есть очень ясно видно, что от нашего настроения меняет, зависит и наше отношение к себе. Okay, you see the confusion here is that uh, we feel that somehow, as a person, we are inherently a good person or inherently a, a bad person or inherently a nobody, as if this were our true nature. Uh, мы знаем, что мы человек или личность, и uh, нам кажется, что мы или уж мы хороший человек, или плохой, и у нас есть uh, какая-то uh, присущая нам природа, что мы или хороший, или плохой человек. И это ни от чего не зависит, ни от нашего настроения, ни от обстоятельств нашей жизни, ни от различных ее периодов. And we talk about just me as a person. Being a person, an individual, is a neutral phenomenon, neither good nor bad. A hand is neither good nor bad. A hand is just a hand. And the main point here is that we Личность, мы индивидуум, и uh, сам факт этот, uh, он нейтральный, это хорошо и неплохо, точно так же, как вот у нас есть рука, рука это и нехорошо и неплохо. Now, some things that we might have done, destructive, negative, some things that we might have done are positive, some things that might have happened, you know, were painful, some other things might have been pleasurable, that's something else, but as a person, we're neither good nor bad. Другое дело, что из uh, того, что мы в жизни делали, что-то может быть отрицательным, разрушительным, что-то может быть, наоборот, положительным, и мы могли испытывать болезненные ощущения или, наоборот, счастье, удовольствие, но uh, сами по себе, как личность, мы не хорошие и не плохие. basic human rights, и мы как люди стремимся к тому чтобы быть счастливыми и стремимся избежать несчастья и uh, это наше право uh, право человека быть счастливыми и не страдать and shortcomings can be overcome permanent а недостатки, которые у нас есть, мы можем преодолеть, они не есть что-то постоянное и неизменное. And if we've made mistakes in life, well, you know, some mistakes you can remedy, others you just, what should we say, deal with it and make the best of uh, the mistake that we might have made. A bad investment and we lost money. I mean, you make the best of it. Uh, и uh, мы можем, хотя мы допустили какие-то ошибки, uh, какие-то мы исправить уже не можем, uh, какие-то мы можем, uh, мы можем что-то противопоставить, какое-то uh, противоядие uh, использовать для того, чтобы эти ошибки uh, как-то компенсировать. Например, если мы вложили деньги и потеряли их, uh, in investment, then we can remedy. With... No, if you've lost the money, you've lost the money. So there's nothing that you can do. So you try to

если мы сделали какую-то ошибку, это не значит, что мы плохой человек. Да, это была глупая ошибка, но не более того. So we have to differentiate here. You know, me as a person and what I might have done, or you know, various characteristics, qualities that I might have that can change according to circumstances. Поэтому важно различать uh, тот факт, что мы личность и uh, то что мы делали или какие-то качества которые у нас есть потому что это может со временем изменяться. And that us to the ninth point. И это приводит нас к девятому пункту. Если бы я был uh, ужасным человеком или прекрасным или никем то тогда это должно быть так на протяжении всей моей жизни. And not just to some that uh, и не только в какой-то одной ситуации относительно какой-то одной ситуации. Or and so on. We're about my и здесь мы говорим не только о том, что мы ужасный или прекрасный человек, но и о своем отношении к этому.

I made a good choice, I made the wrong choice, wrong decision, my attitude changes. And Has changed in the past and undoubtedly, you know, this is this is how it works. Но на самом деле, если мы посмотрим на разные ситуации, когда мы достигаем успеха или наоборот терпим поражение, принимаем правильное или неправильное решение, наше отношение к себе меняется. И так было в прошлом, как мы можем видеть, и мы понимаем, что так оно и есть, так оно и работает. Поэтому нет необходимости придерживаться отрицательного отношения к себе, думая, что вот я плохой и так оно всегда, и так оно есть и так всегда будет. На самом деле мы можем это изменить. Если И если мы понимаем, что наша, хотя наше отношение к себе меняется в разных ситуациях, если мы возьмем в целом и посмотрим, то uh, с нами uh, все в целом нормально, не, только, не то чтобы с нами uh, что-то не то, и uh, мы не являемся каким-то особенно выдающимся человеком. И на основании этого беспристрастного отношения мы можем относиться к себе с добротой и уважением. И здесь самоуважение также один из тех факторов, которые нам нужны.

We're bad. You we если... think we're bad? I'm no good. И... I'm a failure. И если мы видим, что мы несовершенны, нам кажется, я плохой, я uh, неудачник. But uh, I think we need to remember that I'm not yet a Buddha. Но я думаю, нам важно помнить, что мы пока еще не Будды. And human beings make mistakes. Люди допускают ошибки. И просто потому, что я делаю какие-то ошибки, это не значит, что uh, со мной что-то не так, что uh, происходит что-то не то, что-то особенное. А на самом деле uh, это совершенно нормально. Я человек, что еще я могу ожидать? So, You know, hate myself, I have such a low opinion of myself just because I made a mistake. It's an unrealistic expectation that I'm never going to make mistakes and that I'm never going to fail in what I try to do. Of course, I will. И если мы делаем какую-то ошибку, нет повода себя ненавидеть uh, за это, потому что. Uh, нам и не следует ожидать от себя что мы uh, перестанем совершать сейчас ошибки никогда больше не будем ошибаться это нереалистично конечно ошибки у нас еще будут confusion и те неудачи, которые у нас происходят, uh, они происходят из-за множества разных причин, и в том числе из-за нашего заблуждения, uh, неправильного понимания. И дело не в том, что мы плохой человек, а именно человек или личность ⁇ это uh, нейтральное явление. So we try our best. And Try to learn from our mistakes. Мы стараемся Without being judgmental about ourselves, I'm so wonderful. or I'm so horrible. Okay. Now we have a, a set of five decisions that come from this uh, way of thinking. И uh, если мы таким образом размышляем, uh, мы приходим к пяти решениям. Uh, первое, uh, как бы хорошо или плохо у меня не шли дела, uh, я буду стараться развивать и беспристрастное отношение к себе, well, uh, доброе и беспристрастное отношение к себе. When I have если у меня uh, возникает ненависть к себе или я, наоборот, преувеличиваю собственную значимость, то uh, это мешает мне помогать другим. Точно так же, и если я думаю, что я никто, это тоже мешает uh, моей способности помогать другим. In addition to just making me unhappy.

Okay. Then second, we think about how all my all unhappiness comes from cherishing the false me. Решение, мы, uh, понимаем, того, cherishing here means uh, uh, being totally preoccupied with this uh, false me that uh,

Но помните, что этого ложного я на самом деле не существует. Просто нам зачастую кажется, что у нас есть такое прочное я, такой некий предмет, некий объект я, которое мы начинаем считать или прекрасным, или ужасным, или ничем и никем. But uh, 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 you know, self-hatred, Такое, uh, себе, не and when I'm so attached to myself that I'm, you know, absolutely, completely self-preoccupied, worried about what's going to happen, am I going to succeed? Worrying that I'm going to get sick, you know, just clinging, you know, overly protective toward myself. It's also a very unhappy state of mind. И когда мы чувствуем привязанность к себе и озабоченность собой, мы думаем, что со мной произойдет, достигну ли я успеха, буду ли я здоров, это тоже все такие состояния озабоченные собой, они несчастливые.

attention needs of others. Uh, что происходит мы или начинаем бичевать себя или наоборот лелеем себя или мы заняты мыслями о том как мы не важны и uh, из-за того что мы все время заняты мы не обращаем внимания на нужды других вы и мы Very de often и очень часто мы действуем разрушительно uh, по отношению к другим. Например, мы раздражены uh, самими собой, мы думаем, uh, вот я сделал что-то ужасно глупое, и uh, из-за этой раздражительности мы все время вот об этом думаем, что происходит. Yeah, well. We're not tolerant toward ourselves, and so we get annoyed with other people as well. Whatever they're doing. You know, I'm in a this annoyed state of mind. So then we snap out at others as well. So we uh, say nasty things, we aren't kind to them, and so on, which just brings even more unhappiness. И, uh,

Или мы настолько озабочены тем, достанется ли нам достаточно пищи, что мы не даем поесть другому человеку, мы оставляем уж там какие-то остатки или что-то похуже. You know, you know, Из-за этого наши отношения портятся, другой человек на нас обижается, и мы становимся еще более несчастливыми или мы игнорируем свои нужды и мы не понимаем какие наши каковы наши способности и тогда мы например работаем без отдыха но когда мы перенапрягаемся мы ведь делаем больше ошибок не так ли Overstressed. and of And in our relations with others, again, it produces more unhappiness. So, really, our attitude toward ourselves is very, very crucial here. If we have a disturbing attitude to ourselves, it really comes from. И если у нас есть эти беспокоящие эмоции в отношении себя, у нас портятся и отношения с другими. А что является источником этих беспокоящих эмоций в отношении себя? Uh, именно вот это озабоченность собой, uh, потому что нам кажется, что есть uh, такой предмет, uh, прочный объект uh, «я». Okay, the next point is uh, working for the benefit of the conventional me, in other words, working for self development, is the source of all happiness. Now, we're not talking about uh, uh, working on ourselves to uh, develop a bigger ego or a better ego. You're not talking about that. But uh, the more that we work on uh, self development, improving ourselves, then the more we are able to, not only are we happier, but uh, the more we're able to benefit others. The more that we develop our good qualities, the more that I'm able to help others. And that truly is the source of happiness. Uh, and, uh... Мы, работая над собой, не только можем достичь своего счастья, но и развивая себя, мы можем все лучше и лучше помогать другим, а это и будет источник наивысшего счастья. Okay, it's very interesting. If we're at peace with ourselves and secure with ourselves because we have, you know, a healthy attitude toward ourselves. И это очень интересно, если мы с собой в мире и мы уверены в себе, то есть у нас есть положительное к себе отношение. You know, kind attitude toward ourselves. Мы относимся к себе с добротой. Then it gives us a much more stable position to be able to help others uh, in other words uh, I, it doesn't matter whether the other person thanks me or doesn't thank me my mood isn't going to change you know oh i'm so great you know, they thanked me know, anything like that oh they didn't appreciate me because so they didn't thank me И нам не важно, хвалят нас или нет, наше настроение не меняется от того, что нас, например, не похвалили. Мы не думаем, вот меня не похвалили, значит, меня не ценят. And although, of course, we want our help to succeed, nevertheless, I don't base my whole feeling of self-worth on whether what I do succeeds or fails. Whether it succeeds or fails is due to a million causes, not just what I do. So my my sense of и, конечно, мы стремимся к тому, чтобы наша попытка помочь другим осуществилась, но мы не основываем на этом свое отношение к себе и чувство собственной ценности, потому что на самом деле на результат влияет множество факторов, и мы только один из них, и поэтому... Uh, если даже мы одержим, uh, uh, e если мы даже uh, проиграем или не добьемся своего, это не повлияет на uh, чувство нашей самооценки. До тех пор, пока мы действительно искренне стремимся делать то, что будет полезно. We all have our shortcomings. если я где-то ошибся дал плохой совет или другие люди не последовали моему совету uh, ну что ж ничего особенного и я человек и uh, они тоже люди и все у всех у нас есть недостатки could done better

нам важно будет быть... uh, Нам важно обнаружить, реалистично это или нет, наши uh, наша мысль о том, что мы могли сделать лучше, действительно ли это было в наших силах или нет. Well, again, we're human, you know, I, you know, sure, if I were aware of some other factors that were involved in the situation, I could have made a better decision, but I didn't, I didn't know. И здесь важно, что мы люди, мы не знаем всего. Конечно, если бы мы обладали больше информацией, то мы бы приняли лучшее решение. Uh, то есть, если бы у нас было бы больше сведений о всех факторах, которые в этой ситуации вовлечены. Но тем не менее мы не всегда знаем все. work и если мы увидели, что мы сделали не все возможное по тем или иным причинам, то uh, нам важно разобраться, а что мы могли сделать лучше, чтобы в следующий раз поступить уже правильно. Of is really, you know, as as of uh, но вопрос о... Но вопрос uh, о чувстве uh, собственной ценности здесь не имеет значения, потому что как только мы начинаем об этом рассуждать, uh, у нас сразу появляется страдание, независимо от того, начинаем ли мы думать, что мы ужасный человек или мы думаем, что мы uh, чудесный человек. You know, если мы думаем, какие мы чудесные, то мы становимся высокомерно, заносчивы, и мы можем стать невнимательными, допустить ошибку, думая, что мы лучше, чем мы есть. То есть у нас появляется чрезмерная уверенность в себе. Think about that for a Давайте подумаем об этом какое-то время. Okay. Then the fourth decision is that uh, I am capable of changing my attitudes about the false me and the conventional me. In other words, uh, we were so preoccupied about uh, the false me. And we pretty much ignored the conventional me. Другими словами, сейчас мы можем быть чрезмерно поглощены этим ложным не уделять обусловленному That, uh, you know, what we want to do is to be able to switch that, which doesn't mean to be neurotically self-preoccupied with the conventional me. It doesn't mean that either. But in a healthy way, to take care of the conventional me and forget about this false me, because it never existed at all. И нам нужно э, поменять свое отношение, э, но и не допускать другой крайности, когда мы становимся чрезмерно озабочены своим обусловленным Я. Э, нам вместо этого важно выработать здоровое отношение и э, здоровым образом заботиться о своем обусловленном Я, при этом не обращать никакого внимания на ложное Я, потому что его никогда и не существовало. And we are capable of doing this. И мы можем это сделать. Why? Почему?

you know and oh i'm so wonderful and i should you know do this and do that and, and so on for you know for this false me if there was any benefit from it it wasn't benefiting the false me it was benefiting the conventional me uh, if we were... Uh, из-за этого ложного я одержим, одержим мы мыслями, uh, например, что вот я так чудесен, и поэтому мне нужно сделать то и это, и потом мы что-то делали, и это приносило пользу. На самом деле эта польза uh, была принесена нашему обусловленному я, а не ложному. Давайте подумаем об этом. This is a little bit confusing. Let me give an example. Uh, сложно, Let's say we uh, are uh, totally preoccupied and worried about ourselves. Uh, I have to do perfectly in school. Допустим, собой, быть, uh, например, uh, so, we're worried about how we're going to do, and we study really, really hard. For the exam, and we pass. We get a good grade. Who has benefited from this? Uh, benefited from this? False me or the conventional me? Я или False me doesn't exist at all. I've benefited from the conventional me has benefited, even though I was thinking in terms of this, you know. Uh, false me that, you know, oh, you know, I'm so worried about and I have to succeed and stuff like that. Nevertheless, it's a conventional me that benefits. Uh, пользу получила обусловленная я, потому что ложного я вообще не существует. И uh, даже несмотря на то, что у нас появлялись мысли, да, вот uh, я обязательно должен сдать этот экзамен. И потом, когда мы сдали, мы думаем, да, вот наконец у меня получилось. Uh, тем не менее, пользу-то на самом деле получили мы сами, uh, а не наши фантазии. То есть пользу получила это обусловленное я. So, Nevertheless, we also uh, were kind to that uh, conventional me because we passed the exam. И хотя, конечно, этому обусловленному я было причинено и определенное беспокойство, потому что мы так сильно переживали по поводу экзамена, но когда мы его сдали, в результате также получила пользу именно это обусловленное я. И поэтому мы говорили о том, что мы способны заботиться о своем я, и мы здесь имеем в виду относительное или обусловленное я, потому что если мы о себе заботимся, пользу получает именно оно. okay. the uh, last decision is a confirmation that uh, we are going to uh, try our best to uh, stop having these disturbing attitudes, disturbing ways of treating uh, false me, and instead have a positive, kind uh, attitude and treatment toward the conventional me. И последнее решение, мы еще раз подтверждаем, что мы постараемся уменьшить беспокоящие эмоции, и вместо того, чтобы разными способами, которые приносят нам беспокойство, пытаться защищать свое это ложное Я, мы будем вместо этого здоровым образом заботиться о своем обусловленном Я.

In our way of uh, understanding these uh, destructive and constructive uh, actions, and not just uh, uh, limit it to, you know, exactly the way that uh, they are defined, but be a little bit more broad. In other words, uh, not just think in terms of taking the life of uh, others, but uh, physically harming, physically hurting, uh, or causing physical pain. I mean, here we're thinking in terms of not to others but to ourselves. И здесь, когда мы рассмышляем об этих десяти uh, классических uh, пунктах, нам важно быть гибкими и понимать, что на самом деле uh, их uh, это более uh, широкое понятие «разрушительное и созидательное поведение», оно не может не ограничиваться вот именно этими 10 пунктами, как они перечислены, например, есть пункт не убивать других, не забирать жизнь других, дословно, и мы понимаем, что здесь также имеется в виду не причинять другим физического вреда, то есть в этой категории забирать жизнь также имеется в виду любой физический вред, и хотя эти 10 пунктов они сформулированы для

традиционное описание что из этих 10 три имеют отношение к нашему физическому телу это физические right. действия the life of others, забирать uh, жизнь других what is not, uh, given to us, брать то что нам не дано quite large discussion is Uh, вести неправильную половую жизнь и здесь есть довольно обширное обсуждение того, что понимается здесь под неправильным, нездоровым поведением или вредоносным. Then, uh, uh, of speech. Четыре uh, из десяти относятся к речи. Lying, you know, what's Это ложь, когда мы говорим то, что неправда. Using divisive language, which is uh, basically uh, saying very negative things to, uh, someone. Это uh, это сеяние раздоров, когда мы говорим какие-то слова uh, другим людям uh, о третьих с целью uh, их поссорить. Harsh language. Грубый, saying things that hurt. Это грубые слова, когда мы говорим то, что причиняет uh, другим боль. Uh, and uh, um, idle chatter. И это бессмысленная болтовня или пустословие, когда мы просто uh, говорим uh, совершенно бессмысленные, ничего не значащие uh, слова и таким образом uh, тратим чужое время или, может быть, прерываем их. Right, which is you know, what we're и то, что мы говорим, не имеет никакого смысла. Uh, далее три uh, из этих десяти разрушительных действий относятся к мышлению. Uh, one is, uh, первое это uh, алчное и завистливое мышление, когда мы думаем, что вот то, что есть у другого человека, должно принадлежать нам, и мы планируем, пытаемся uh, разработать какой-то план, как нам этим завладеть. And, uh,

And uh, then antagonistic, distorted thinking. You know, somebody else is doing something positive. Let's say uh, they're going to uh, some spiritual uh, practice, and then we're thinking, oh, this is so stupid, this is so terrible, You know, uh, you know, how can I? Например, человек занимается какой-нибудь духовной практикой, а, а мы пытаемся его uh, от этого uh, отводить. Мы говорим uh, что-нибудь плохое об этой практике, для того, чтобы человек uh, увидел, что это uh, глупо и не пошел. Right. Есть много разных примеров разновидностей. So anyway, I think that uh, with some imagination, we can uh, think of variants of these that would be applicable here. И uh, если у нас хорошее воображение, мы можем здесь привести множество разных uh, примеров, которые будут подходить под этот пункт. So we think of the disadvantages of the destructive uh, behavior aimed at the false me.

Not, it's not very, very beneficial at all. So, first one trying to punish myself, you know, to, you know uh, because I'm no good. This type of thing, as opposed to um, taking care of myself, taking care of the conventional me. So, treating. You know, treating this thinking in terms of a false treating it badly as opposed to treating it kindly. Disadvantages of one, the advantages of the other. Uh, например, uh, в первом случае мы размышляем о принесе о том, что нам не нужно причинять себе uh, физическую боль, uh, думая о том, какие мы плохие, uh, что связано с нашим uh, ложным я, и uh, ему противоположное действие это. Uh, забота о себе о своем обусловленном я И эта забота об обусловленном я не означает, что мы себе балуем и uh, себе uh, обеспечиваем все что мы хотим opposed to giving myself something. Второе, когда мы лишаем себя чего-то, uh, и противоположность созидательная, когда мы наоборот uh, uh, что-то себе даем. И здесь именно имеется в виду, когда мы uh, лишаем себя чего-то из-за uh, такого настроения, как я этого не заслуживаю. Иногда мы это действительно делаем. Sometimes we are very, very cheap and with ourselves. We'll never spend anything on ourselves to make life a little bit easier, even though we could afford to. I'm talking about when we can afford to. Иногда мы очень скупы к себе и не можем себе купить то, что сделало бы жизнь нашу проще, даже несмотря на то, что мы можем себе это позволить. Здесь, конечно, важно, что речь идет о ситуации, когда мы можем себе это позволить. whereas we could, in fact, be kind to ourselves. Uh, хотя, деле, бы i'm thinking of an example, like, for instance, uh, we're out late at night, and i don't know about here in uh, moscow, but uh, uh, in berlin, the uh, metro, you know, the, the underground and the buses do run at night, but very infrequently. and if you have to change once or twice to get home, it could take you hours to get home. So, not being willing to spend the money on a taxi in order to go home late at night. This type of thing. And who's going to suffer? I'm going to suffer because I have to get up in the morning and go to work. And so, if I only have three hours of sleep, how am I going to be able to do that? But I'm not going, to, you know, this attitude of, you know, I'm not going to spend the money, even though I have the money, to take the taxi. This is what I'm talking about. Например, если мы припозднились, я не знаю, как в Москве, но в Берлине ночью поезда и автобусы ходят, но они ходят очень редко, и если мы едем поздно ночью, то мы можем, особенно если у нас там две пересадки, например, ждать метро или автобуса час или даже два. Если у нас в этой ситуации есть деньги на такси, но мы при этом их не тратим потому что мы скупы по отношению к себе а завтра утром нам вставать на работу и мы в этой ситуации поспим только три часа то кто из-за этого страдает мы получается сами и страдаем we don't have the money, that's else. если у нас нет денег то это конечно другое rather than и у нас нет времени, чтобы пройти через uh, все эти 10 пунктов, но мы можем привести здесь много разных примеров. Например, вместо того, чтобы разговаривать с собой грубо, uh, думая, uh, что я такой глупый и ничего не смогу добиться, мы наоборот подбадриваем себя и понимаем, что да, мы можем. Instead of lying to myself, being honest to myself. Того, себя, so, this is you know, treating myself unkindly as opposed to treating myself kindly. And we see the disadvantages of uh, you know, being destructive, self destructive, treating myself unkindly, and the advantages of being kind to myself, being constructive. So, we would work with this. We don't really have time to, to do it one by one. You know, with each of the destructive and constructive actions. Uh, is, uh, but you get the idea. Is etich, uh Созидательных и разрушительных действий мы рассматриваем по одному: сначала недостатки разрушительных действий, когда мы не по-доброму к себе относимся и потом наоборот достоинства созидательных действий, когда мы относимся к себе хорошо, и так мы проходим по всем этим пунктам. У нас просто нет времени сделать это, но вы, наверное, поняли общий смысл. Окей. Okay. training this series of uh, points uh, What I have done is uh, taken these points that uh, we have in the context of equalizing and exchanging our attitudes about self and others and applied it just to ourselves. Итак в целом как устроен этот метод мы берем пункты которые традиционно предназначены для развития беспристрастного отношения к себе и к другим и применяем их по отношению к себе. And the next step in the sequence, when we're talking about self and others, is the practice of donglen, giving and taking. So, is there a way in which we can apply that here? в этой последовательности традиционно следующий шаг это практика или и And so we do have uh, in the seven-point uh, attitude training, saying you start with yourself. When uh, we have this practice of giving and taking, so how would we do that? И uh, как говорится в этом тексте uh, семь пунктов uh, для uh, тренировки uh, семь, семь пунктов по уравниванию своего отношения к себе и к другим. Там говорится начните с себя, uh, и так как мы можем применить это к себе? So when we're thinking of taking on the sufferings of others, we imagine them in front of us. Uh, or you can do it with people that you see in the metro or on the bus. Of course, when you're doing this with others who are actually physically present, you don't let them know what you're doing. You don't go, you know, "Ooh, I'm trying to take this away from you." I mean, this is really uh, a very dangerous thing to do because. Uh, uh, you know, you're really fooling others, and they think you're a complete idiot uh, when uh, such things don't work in terms of taking on their problems. И, it's okay. just a big trip, мы... ego trip. Конечно, если мы занимаемся uh, этой практикой в присутствии других людей, то нам не нужно сообщать им о том, что мы делаем, о том, что мы вот каким-то чудесным образом стараемся забрать на себя их страдания, потому что в большинстве случаев uh, мы будем выглядеть полными uh, дураками, потому что это все равно не сработает. Мы не сможем на себя uh, взять страдания других. Uh, то есть это здесь есть такая большая ловушка со стороны нашего эго. In the eight verse, uh, um, и в uh, вось восьми пунктах uh, тренировки состояния ума говорится о том что мы делаем это uh, секретно или можно сказать в тайне то есть здесь имеется в виду, что мы не, не говорим другим что мы делаем problems instance Problems of old age, you know, and dealing with that now or, uh, you know, something like that in the future, we could imagine ourselves as an old person in front of us and take on that uh, problem. Or being sick, you know, getting sick later in our lives, we could imagine ourselves sick and taking on that problem in terms of how would we deal with this and give some solutions so that uh, we are ready to be able to deal with these problems. We don't deny them. И если мы работаем с такими проблемами, с которыми нам предстоит встретиться в будущем, например, мы думаем о своей старости или болезни, то мы действительно можем представить себя пожилым человеком, или мы можем представить себя больными, и таким образом мы готовимся, мы размышляем, каково нам придется и что мы можем сделать, как мы сможем в этой ситуации работать. Таким образом, мы готовы к этой ситуации, мы ее не отрицаем. Whereas uh, here, when we're working with uh, taking away a negative attitude that uh, we uh, have toward ourselves and uh, the suffering that that uh, brings about, this is my own idea. I haven't heard this uh, from anyone else. But uh, uh, I don't think we have to visualize ourselves in front of us. Uh, I think we can do that in a slightly different way. Uh, если мы работаем с нашими проблемами, которые у нас есть сейчас, uh, то, uh, я думаю, нам не обязательно, как uh, это в традиционном методе предлагается, представлять себя uh, напротив uh, себя же. Uh, нам достаточно просто uh, делать это uh, без этого, по-другому. Когда мы работаем And enter us in a variety of different uh, forms. Uh, no need to go into that at this, uh, you know, here, since we only have a few minutes left anyway. But uh, uh, sort of repulsive forms that come in and dissolve into our heart. We... Dissolve into the calmness of the clear light mind, as it were, and then send out happiness. Uh, когда мы работаем с другими, мы представляем, как uh, их проблемы uh, выходят из них и попадают в uh, нас, и там они оседают в uh, спокойствии нашего uh, ума и ясного света, и потом uh, мы уже отдаем им uh, это спокойствие решение этих проблем. But it's like a disturbance on the ocean of the mind, and that sort of calms down, and then on the basis of мы не сохраняем в себе это отрицательное переживание. Uh, когда мы принимаем на себя эти проблемы других. Uh, мы uh, успокаиваем свой ум, представляя, что uh, все эти переживания они подобны волнам волнам ряби на поверхности океана, и успокаиваясь, мы уже делимся с ними каким-то положительным переживанием. So I could imagine you know, just my own way of thinking. that rather than visualizing myself in front of myself and doing this, that uh, just uh, the feeling of myself, the way that i am with this body, feeling that uh, i'm taking these negative things, this uh, low self-esteem, this negative attitude, and so on, and in a sense just sort of drawing it in in terms of, you know, we can visualize it in many different ways, you know, dark light or, uh, you know, some uh, repulsive uh, substances and so on, but just drawing it in uh, to the heart to the center of the heart, and dissolving it there, and then from the heart sort of shining out you know a positive uh, attitude toward the conventional me giving positive attitude uh, I think yeah. that would uh, be certainly a little bit less dualistic. I просто достаточно. представить, что все эти проблемы, которые мы представляем в виде например черного света или в виде каких-то отталкивающих субстанций, они впитываются в наше сердце и там они успокаиваются, потом из нашего сердца по всему телу расходится наоборот приятное переживание и положительная самооценка. Таким образом мы избежим двойственности в этой практике. And there is a deeper reason for suggesting this way of visualizing. Причина, так, uh, when we have a negative attitude, a disturbing attitude toward ourselves, our energy is quite disturbed. отрицательное отношение к самим себе то наши энергии uh, также находится в беспокойном состоянии and so when we're doing this dissolution process uh, in terms of this body also it helps us to physically calm down and work also on calming down the energy within ourselves which I think would be a um, uh, More difficult to do. I mean, we wouldn't even think of doing that in terms of taking it on, the suffering on, from uh, an object visualized in front of us. So, this is my way of thinking. Yeah, uh Когда мы представляем, что работаем внутри нашего собственного тела, мы можем успокоить и физические эти ощущения, то есть расстройство нашей энергии, потому что мы представляем, как все эти проблемы они растворяются в нашем сердце и э, uh, таким образом мы uh, сможем настроить, uh, сможем сбалансировать свои энергии, если же бы мы представляли uh, другого человека или себя вовне, то тогда этот метод применить таким образом нельзя. Even if uh, we're only capable of doing this uh, uh, on the level of relaxing our muscles, relaxing the tensions in our shoulder and neck, which is where usually the most tension is, это может быть очень полезно для расслабления этой негативной аттитуды, и диссолвирования ее, и попытки иметь более позитивную аттитуду, чтобы она вырвалась из нас, чтобы наш тело, если не все о нас. Даже если мы сосредоточены только на теле, на тех uh, напряжениях, которые в нашем теле есть, например, в плечах и в шее, где обычно напряжение больше всего, и мы представляем, как uh, все это uh, растворяется в нашем сердце, а потом, наоборот, положительные энергии расходятся по телу. Uh, даже если мы не работаем на уровне uh, наших uh, чувств, тем не менее, даже если мы работаем с uh, телом, это уже очень полезно. У нас осталось всего несколько минут, поэтому давайте попробуем вот э, несколько минут заняться этой практикой и после этого закончим.

Okay, thank you. Спасибо.